Так, я записываю первую и последнюю историю где-то до 6 часов вечера. Все, кто меня знают, все, кто на меня подписаны, мои друзья, коллеги, все, не пишите, не звоните, я не возьму трубку. Всем привет. И у меня просто нет слов. Музычку чуть погромче. Просто нет слов. Посмотрите, так, мы готовы тут судить. В этот момент, прямо сейчас, идет трансляция. Сейчас добавлю ссылку. Экран у нас большой. Начинается парад участников. Посмотрите уже, сколько людей. Випка помашет мне немножко? Да! Держи кардан. Сергей Сыдр пошел вести парад в микрофон, а я здесь морально и готовлюсь, так как я сегодня судья. Ссылочку сейчас добавлю на трансляцию. Смотрите, ну как не радоваться? Посмотрите, какой движ. Парад участникам на EDC. Мы решили никого не грузить текстом, громкой музыкой. Очень хотели сделать, чтобы все было спокойно. Поэтому так и происходит. Трибуну вы уже видели. Это партнерская трибуна для наших спонсоров и партнеров. И эта трибуна настолько крутая, что тут бармен Диля. О боже мой. Хочет ли кто-то водичку? Диль, как дела у тебя? Хочу шампанского. А, так это вечером. Вечером в Рокфеллу будет шампанское. Так, пилоты готовятся, и у нас 25-минутная пауза перед началом топ-32. Все вроде готово, слава богу. Так, трансляция идет. Осталось 20 минут до старта топ-32. И я вроде бы тоже готов. Даже микрофон себе подготовил. Давно я не говорил в микрофон, поэтому Сережа Сытер будет со мной.